народе говорят, если 15 апреля ясно и солнечно, осенью будет хороший урожай. По прогнозам синоптиков, 15 апреля ожидается теплая и сухая погода. Утром 0 градусов, днем потеплеет до плюс 13, ночью плюс 2. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В Нижнем Новгороде солнечно. Утром плюс 1, днем воздух прогреется до плюс 13, ночью 0, плюс 3. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В Москве без осадков. Утром плюс 1, днем столбики термометров поднимутся до плюс 15, ночью плюс 3. Ветер западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.